Премии за лучшие косметические продукты 2018 года были присуждены журналом «Космополитен» в Алматы. Самых популярных производителей определили казахстанские читательницы путем интернет-голосования. Итак, что же выбирают наши женщины? Наш корреспондент расскажет об этом. Это церемония награждения итог двухмесячного голосования казахстанских женщин за лучший косметический продукт. Участие в народном голосовании было бесплатным, а потому оно было честным и пристрастным, говорят организаторы. Мы сегодня награждаем в 20 номинациях. Проголосовало 300 тысяч человек на сайте Cosmo.kz. Да, было отдано 2 миллиона голосов. Около 3 миллионов просмотренных страниц. В большинстве номинаций количество голосов было почти одинаково. Но были и продукты, которые с большим отрывом набрали больше голосов. К примеру, губной помаде отдали предпочтение 20 тысяч женщин, что сделало продукт лидером рынка. В этом году на конкурсе были представлены 4 вида косметических средств. По уходу за кожей, волосами, декоративная косметика и стайлинг-приборы. Нашим победителям мы подарим сертификаты, которые будут удостоверять их победу. Также будут подарены статуэтки. Их список определенно будет оглашен на нашем сайте. Организаторы говорят, что эта премия – казахстанский аналог международной награды, которая ежегодно присуждается журналом «Космополитен» – самым лучшим и самым интересным новинкам в мире косметики, красоты и парфюмерии. Она помогает читательницам журнала ориентироваться среди сотен новых продуктов, появляющихся на рынке. Список победителей этого года будет опубликован на сайте журнала «Космополитен». Индира Розалинова, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24.